Знаете, я, в общем-то, считаю, что, наверное, ситуация именно в Татарстане поспособствовала более быстрому, эффективному решению этого вопроса и, скажем так, тому, чтобы на данный вопрос все финансовые, экономические ведомства обратили внимание. Это я имею в виду правительство, в первую очередь Минэк, Минфин, Центробанк, Государственную Думу, потому что если определенное время назад категорически не принимался этот вопрос, и, в общем-то, была объективная и правильная причина, это приведет к увеличению стоимости кредитов, скажем так, АСВ формируется за счет отчислений, то сейчас найден консенсус, и, в общем-то, все поддерживают эту позицию, и понимая, что она чрезвычайно актуальна в условиях вот высокой волатильности финансового рынка в Российской Федерации. Поэтому я уверен, что данный законопроект будет рассмотрен, и, наверное, это решение будет поддержано всеми. Оно сейчас чрезвычайно актуально. А уже внесен законопроект? Данный законопроект уже озвучен. Он в любом случае будет, надеюсь, вноситься депутатами, поскольку Центробанк, а это его полномочия, он регулятор, не имеет права законодательной инициативы, и, как правило, за Центробанк всегда при поддержке Центробанка данные законопроекты вносятся целыми группами депутатов. Поэтому у меня есть определенные вопросы, все-таки каким образом изменится стоимость кредита, да? Вот в любом случае мы все предполагаем вследствие снижения инфляции, вот сейчас 4%, в параметрах мы будем 3,8% принимать инфляцию. Следовательно, мы предполагаем, что Центробанк далее последовательно будет снижать ключевую ставку. Если он будет снижать ключевую ставку, будет снижаться стоимость кредита. Это очень хорошо. Каким образом данный законопроект повлияет вот на эту позицию, надо еще оценить, поскольку есть ряд цифр, на которые пока нет ответа. Но в целом, концептуально, мне кажется, идея принята, и она будет идти вперед. То есть Дума уже начала? Я думаю, да. Я думаю, что, может быть, первое чтение даже пройдет весеннюю сессию данного законопроекта. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».